Щербинин Борис Александрович, президент Пензенского союза боевых искусств. Шестой дан. Ну, в наше время все-таки традиционные боевые искусства играют большую роль. Особенно, что касается молодежи. Потому что какие-то ценности утеряны, какие-то еще не приобретены. И вот стараемся за счет этих занятий, которые проходят у нас традиционно, вырабатывать у молодежи те качества, которые присущи, ну, как мы говорим, настоящим мужчинам. То есть хорошим людям. И борьба именно за добро. Именно это все нам помогает вырабатывать качества, которые, ну, как мы говорим, раньше была какая-то идеология, сейчас без идеологии нам не хватает именно того, что люди перестают думать, скажем, о хорошем, о добре и зле. Все почему-то думают, что сильный большой человек, крупный, там, с большими мышцами, он может позволить себе все. Однако, как говорит практика, это не так. Поэтому занятие этими боевыми искусствами и помогает и тренерам, и инструкторам, также наставникам и самим ученикам, как бы на взаимовыгодной основе получать вырабатывать те качества, которые необходимы нам в дальнейшей жизни.